средство желтого цвета машинного лупили. Мне когда двигаясь по меняя направление движения с главными второстепенными, мне предоставило преимущество движения транспортного средства, движущегося по главной дороге. В результате чего произошло столкновение. А пострадавшие есть? Есть. Предварительно пока трое человек. Степень и тяжесть пока не знаем, что будет по заключению. Понятно, их увезли в больницу. Да, скорая помощь увезла, работали сотрудники МЧС, два экипажа скорой помощи приезжала, увезли.